эфир телеканал «Лаба» продолжает информационная программа. В студии Наталья Литвиненко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Организацию празднования Дня района и города обсудили на планерном совещании. Санитарная пятница пройдет 12 октября. Празднование Дня района и города пройдет 20 октября. В этот день планируется открыть детскую библиотеку после капитального ремонта. Горожан ждут и другие сюрпризы. Одновременно жители Лабинского района будут отмечать День кубанского казачества. Организацию мероприятия обсудили на планерном совещании. Я передаю слово Людмиле Никоновой. Планируется накануне, 19 октября, торжественно открыть кинотеатр «Восход» после реконструкции, где уже на следующий день будут транслироваться фильмы в формате 3D. Также 19 октября состоится праздник труда, на котором традиционно чествуют тружеников Лабинского района. А вот 20 октября в этом году День района совпал с Днем кубанского казачества. Войсковым атаманам принято решение отмечать праздник на уровне районов. Николай Долуда планирует приехать в Лабинск. Мероприятия, связанные с годовщиной, это чисто казачьи мероприятия, потому что Лабинская, она была освоена казаками. И мы всегда ставим Лабинск, его годовщину, он как-то выше стоит, несколько района. Так, на ангеле-хранителе у нас верительные грамоты, когда что основано, их надо поприводить в порядок. Так, то есть надо очень тщательно продумывать сценарий. Вопросы наведения санитарного порядка в преддверии грандиозных праздников стоят особенно остро. Привести в порядок необходимо не только центр, но и весь город, ведь это его праздник. Распоряжение Александра Сачикова касается и сельских поселений. На торжества в Лабинск приедут казаки из 5 районов Лабинского отдела. А в праздничный день в спорткомплексе «Олимп» пройдет чемпионат России по спортивным и бальным танцам. Глава района также поделился информацией об участии лабинской делегации в региональном форуме «За веру, Кубани и Отечество», который прошел в Краснодаре на прошлой неделе. Многое было очень сказано в отношении нашей жизни, нашего добрососедства здесь, на Кубани, с разными диаспорами, особенно с Адыгеей, с Братской Республикой. Николай Игнатович много, Кондратенко сказал, когда разум адыгейцев стал выше, так сказать, разума некоторых правителей в Москве, когда были события с шапсугами. Вы помните эти события, и все-таки договорились не ломать, не рушить, не трогать ничего, не взламывать Кубань. Его было очень сильное, серьезное, эмоциональное такое выступление, как всегда. Также на этом совещании обсудили подготовку к выборам депутатов Законодательного собрания края, которые пройдут уже в это воскресенье, 14 октября. Председатель территориальной избирательной комиссии сообщила, что все избирательные участки в Лабинском районе к выборам готовы. В городской администрации состоялось совещание по подготовке к проведению субботника. Итоги по наведению санитарного порядка на улицах города будут подведены 12 октября, в пятницу, когда свою оценку даст специальная комиссия. Жанна Выбор продолжит. День района и города в этом году запланировано отметить 19 и 20 октября. Уже подготовлена обширная программа мероприятий. Праздник обещает быть действительно необычным и запоминающимся. Торжества совпадают с Днем кубанского казачества. Ожидается прибытие почетных гостей, среди которых вице-губернатор края Николай Долуда и делегации из 6 муниципалитетов Кубани. К 171-й годовщине основания Лабинска город-курорт должен выглядеть чистым и красивым. Именно поэтому было принято решение провести уже традиционный предпраздничный субботник 12 октября. Это будет впервые такая большая честь оказана Лабинскому району, городу Лабинску, принимать столько гостей. Прибудут на наш праздник и на проведение Дней казачества. 6 районов будет находиться у нас в городе 20 числа. Вот. Прибудет вице-губернатор и атаман кубанского войска Долуда к нам на праздник. В этот же день, в эти дни, помимо проведения парада казачества, помимо проведения Дня мастеров, города мастеров, праздника труда, чествования ветеранов, будет открываться кинотеатр «Восход», будет открываться детская библиотека, и параллельно в спортивном комплексе «Олимп» будут проходить соревнования на первенство России по танцам и бальным танцам. А посему вы сами представляете, как мы должны все выглядеть. Поэтому главная задача нашего сегодняшнего совещания — обратиться к вам с просьбой
значит, поступить у себя на предприятиях, на рабочих местах, в микрорайонах, так, как дома, когда ожидаешь очень хороших, любимых и дорогих гостей. Надо все выблестить, ворот убрать, побелить, покрасить, оказать максимальную помощь тем, к кому будем обращаться. Это и кадрами, и ресурсами, и самое главное – это участием. К работе по наведению санитарного порядка руководители городских предприятий и общественность попросили приступить уже сегодня. 12 октября будет обычный рабочий день, в течение которого комиссия сделает свое заключение по состоянию всех микрорайонов и отдельно взятых учреждений и организаций. В течение текущей рабочей недели необходимо избавиться от несанкционированных свалок, произвести побелку и покраску. Учитывая небольшой промежуток времени, а мероприятий действительно много, как сказал Алексей Николаевич, надо начинать работы заведомо и работать по направлениям. Значит, есть предприятия, за которыми закреплены автобусные остановки. Вот, убедительная просьба подкрасить урны, лавочки, там, ну, все, что возможно сделать, чтобы они приобрели достойный вид. Избавиться от несанкционированных свалок в зоне ответственности каждого предприятия надо будет внимательно посмотреть. Ну и далее это побелка и покраска. Крупномасштабные работы, естественно, будут выполняться силами наших коммунальных предприятий. Они в рамках мехуборки будут вывозить ветки. Администрация городского поселения обращается ко всем жителям городского поселения, предприятиям, организациям, учреждениям всех форм собственности с просьбой принять активное участие в проведении субботника, который состоится 12 октября 2012 года. Убедительнейшая просьба навести надлежащий санитарный порядок на закрепленных территориях, на территориях, находящихся в зоне ответственности предприятий и учреждений. Жанна Выбор, Георгий Сопов, телекомпания «Алаба». Житель нашего города Василий Семенович Васильев разменял 10-й десяток. Поздравить его с 91-й годовщиной пришли представитель Совета ветеранов и общественники, Совет микрорайона №1. Тему продолжит Татьяна Чистова. Родился Василий Семенович в начале прошлого века, в 1921 году. В 1941 его призвали в армейские ряды. На фронте вместе с боевыми товарищами он выполнял ответственное задание, доставлял боеприпасы из Ульяновска в Сталинград. А затем до конца войны защищал морские рубежи в Севастополе. Хорошо помнит Василий Семенович эти трудные годы. Особенно отложился в памяти день ранения. Я когда выскочил, немец из-за угла, здоровенный, помню, выскочил и кинул на меня гранатами. А у меня в сумке была сумка противогазная, забита гранатами, и автомат у меня был. Да, а зима, в это время, чтобы они знали, немцы, особенно эсэсовцы, нас, моряков, боялись. Одели шапки вот, в карманы, вот, в сумки, а одели все без козырки при таком морозе. Ну, я все-таки, граната разорвалась, и я, значит, тут же упал. Но сразу подскочил, не пришел еще, уже в себя пришел, подскочил и бросил ему тоже гранату. Даже две гранаты бросил. Вот. Ну, короче говоря, в госпитале я пролежал всего 20 суток. На войне Василий Васильев пробыл с самого начала и до победы, а непосредственно участвовал в боевых действиях в течение 3 лет. Имя и подвиги ветерана вписаны в книгу памяти, которую в день рождения вручила председатель Совета ветеранов Ирина Огородняя. После войны Василий Семенович переехал в поселок Восточный и устроился работать на конезавод. Директор тогда приглашает меня и говорит: Василий Семенович, матка, хорошая матка, чистокровная, пала, а же ребенок остался жив. Я ее тогда беру соской, значит, эту бутылку специально соской, попою ее молочком, брал всегда в одну, и хорошее молоко было в одной тетке. Вот.
И таким образом я ее вырастил. Вот он мальчика мне закрепил, который ее прогулку делал. Вот. И двухлетнего сдал его опять на конюшню, и он выиграл еще хорошие призы. Во время работы на конезаводе Василию Семеновичу посчастливилось лично познакомиться с Михаилом Будённым. Когда Семен Михайлович Будённый приехал, посмотрел и говорит: здесь будем выращивать русскую чистокровную лошадь для спорта. Я как заместитель еще ходил в морской форме, незачем было одеться, купить. А вот когда вот так вот за столом сидели, он говорит: почему, говорит, вы в форме до сих пор? Я говорю: во-первых, я говорю, конный завод военный, вот, а во-вторых, я говорю, купить, я говорю, одежду не за что. Зарплата была там 400-600 рублей. Да. Ну, я тебе помогу. У него сестра в Апшеронской находилась. Вот он под костюм мне на костюм материал, этот отрез, значит, доставили. Семен Михайлович Будённый меня тогда как полюбил, и каждый май скачки и вызывал в Москву на ипподром на скачки телеграмму. У Василия Семеновича двое сыновей и 12 внуков и правнуков. Два года назад, в честь 65-летия Победы, он получил квартиру в Лабинске, где сейчас и проживает. Несмотря на возраст, ветеран не потерял интерес к жизни. Например, ко Дню Победы он с нетерпением ждет обещанный сыновьями дорогой подарок. Пообещали к Дню Победы пригнать мне машину малометражную. Через всю жизнь Василий Семенович пронес трепетное отношение к родине. И сейчас главные слова, которые он хочет донести до молодежи, это слова любви и уважения к России. Я люблю родину, И пропагандирую с молодежью, уходя в армию, ребята, меня приглашают родители, провожая его и с такими словами. Идешь в армию, служи родине, служи, люби Россию, и если понадобится родину защищать, так защищай так, как защищало старшее поколение. Татьяна Чистова, Игорь Исаков, телекомпания «Лаба». А сейчас Ирина Бирюкова нас познакомит с прогнозом погоды. Ирина, какую погоду обещают синоптики 10 октября? 10 октября, по прогнозам синоптиков, сохранится облачная погода, осадков не ожидается. Подробнее через несколько минут. Это и все новости на сегодня. С вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.